Транспортный протест в Черновцах. Местные жители перекрыли дорогу возле самого крупного рынка в городе, из-за чего водителям пришлось стоять в километровых пробках, выясняла Ольга Поломарюк. Такого крика и шума на Калиновском базаре в Черновцах еще никогда не слышали. Сотни автомобилей стоят в длинных очередях. Пробка из-за протеста местных жителей. Десятки людей перекрыли дорогу. Требуют увеличить количество маршрутных автобусов. Это просто обидно за наш район. Люди мают детей, внуки. Нема чем добраться ни в место, ни в поликлинику. Так называемый транспортный эксперимент в Черновцах начали несколько недель назад. Из-за нарушений контрактных условий горсовет расторг временные договоры сразу с несколькими перевозчиками. Теперь в некоторые районы города добраться можно исключительно на троллейбусе. Но самая сложная ситуация именно с Каличанкой, районом вокруг Калиновского рынка. Люди сетуют, маршрутки ездят с перебоями, а в центр города добираться приходится с пересадками. У нас одна маршрутка, яку фінансує наша міська рада, десятка А, тобто вона її маршрутка. Це просто, знаєте, розвалюха, вона їде раз в час 10. Тобто обід 3 години, у них обіда і в'їдуть до 8 години. А що робити після 8 години, скажіть мені, будь ласка. За считанные минуты на дороге образуется километровая пробка. У некоторых водителей сдают нервы. Ну, навіщо це? Поназбирали оцих ходячих пам'ятників. Ви ж бачите, скільки людей страдают. Я на роботі. Разъяснить ситуацию протестующим пытается водитель одной из маршруток. Говорит, увеличивать количество автобусов для этого района нерентабельно. До 20 хвилин може машини не бути, а то машина за машиною йде. Ви розумієте, що це не треба там стільки тих машин, а після обіду дві машини вивозять повністю. В горсовете тем временем объясняют о ситуации, знают и ждут предложений от новых фирм-перевозчиков, но их пока нет. Які ми знаходимо підприємця чи підприємство, яке має бажання обслуговувати даний маршрут, то ми з величезним задоволенням тут же укладаємо з ним договір. Но на сьогоднішній день ми також би хотіли, но, на жаль, реалії такі, що іншої альтернативи на сьогоднішній день немає. Но ждать люди не намерены, грозятся вновь выйти на протест. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал «Интер», Черновцы.